Все видят тебя там? Или только Олег? Раз, два, три, я тебя зовут. Поехали! Ай-яй-яй! Бежать, я уже там не могу пройти! У него
Дмитрий Анатольевич, это из третьего года,
переборте, да, наверное, переборте. 52 Интересная прическа, да? Штаны, конечно,
Я могу прийти. Я не могу.
Поехали, поехали, сами Thank you.
уже и наваливаются на пять. В образе короля, короля, в образе короля Ульяна. А вот и балалайка. Скорость неплохая. Неплохая скорость балалайки. Готово. Это все отсюда есть. Это балалайка ему помогла. Девочка нашла на полочке марганцовку, мальчик зеленку. Замечательная картина. Розочка, давай. 2008 год. Да, здесь еще не исполнилось, в октябре день рождения. Аплодисменты Розочке, друзья! Быстрее, быстрее, зовите Розочку. Oh, my God.
Викторович, 2004 года рождения, а в костюме миньона, горные лыжи. Вот он уже на горе, на Депутатом наш миньон разлетается. И... Ай-яй-яй-яй! Название абсолютного каналужника. А у нас на очереди участник по номеру 29. Левченко Ольга Сергеевна, 86-го года рождения, в костюме феи. Спускаться будет на лыжах. Фея, мы ждем тебя. Фея берет старт. Скорость. И с криком «А!» Фея входит в наш бассейн. Ну, теперь смотрим. Смотрим, как фею достают. Да, и смотрим, как фея превращается в просто мокрую женщину. Намочила фея, теперь не сможет летать. Придется ехать на пушку. 31-й, где? Мы двигаемся дальше, у нас участник потом. Сейчас, подожди.
Да. Я надеваюсь. Неплохая скорость. Прямо за его мылом. Все, проект выловлен. Движемся дальше. Участник номер 30. Спасатель пробует достать его прямо за дно. Достают прочерного доктора. Ребята, аккуратнее, здоровье, перчатка. Двигаемся дальше. Участник под номером 24. Тухницкая Екатерина Владимировна, 95-го года рождения, город Лесосибирск. Название костюма «Артас». Ну вот. Вот тот самый персонаж. От спорта! Понятно! От компании! Адреналин не проходит! Да!
Окей, до встречи, до новых. Помочь? Спасибо. Нет, справитесь, да? Откуда у вас столько воды? Енисейская Сибирь. Да. Приезжайте. Что началось? Вот это веселье, вот это да! Почему вы не прыгали в лужу? Не умею кататься. Ну, научитесь к следующему году. Думаю, да. Окей. Ну что, может, вне зачета прыгнем? Давайте прыгнем вне зачета. На камеру. Конечно. Прыгаем. Прыгаем. Давайте, кто вперед? А, понял. Вы меня обмануть хотите, чтобы я прыгнул, да? Да. А вы здесь останетесь? Ну ладно, в следующий раз. Между нами тает лед, нас бобровым никто не найдет. Мы промокнем в горные лужи, и чуть позже тебя я утюжу. Эх ты, лужа моя, лужа непокорная. Пятый год тебя утюжу, все на дно иду я. О, да? Да, еще одно. Давайте, да. У вас наверняка какая-то бомба приготовлена. А вот и бронзовый. Подошел сам. Наверное, интересно. Каждому свое здесь место. Каждому свое здесь место. Какое? Первое. Первое. А вот посмотри. Опа, а вот так это все, когда выйдет. Прием, 24 на 7. Да, давай, двигай, больше движений. Короночку свою. Опа, да, ну наконец-то. Разошелся. Так, замечательный урок аэробики от Игоря. Игорь, мы поняли. Спасибо, спасибо, Игорь. Спасибо, Игорь, это было бесподобно. Игорек, пару шагов назад, освободи центр площади. Итак, девчуля у нас, да, сейчас, как тебя зовут? Лиза. Лиза. Лизонька, вот эта музыка для тебя. Давай, Лёв. Да, отличная музыка для девочки 6 лет. Ну, смотри, такое ощущение, что стоит в очередь в туалет, да? Лизонька, спасибо, мы поняли твой квадрат. Это была более сложная фигура, это был оптайдер. Я предлагаю сейчас, да, от ребятишек перейти к более взрослым, да, персонажам, тот, кто хотел меня отутюжить. Выходи на центр, пожалуйста, как зовут вас? Альберт. Альберт, очень приятно. Альберт, покажи им класс. Давай музыку для Альберта. Повторяем за Альберта. Это танец тести на свадьбе. Изрядно подвыпившего. Посмотри, всю толпу бросила в танец. У нас когда на работе 13 зарплаты, мы даем начальник так же просто. Будет ли какой-то... Альберт, давай короночку. Коронка. О, о, да, да, да. Стиль Бэтмена. Верхний Бэтмен, нижний Бэтмен. Альберт, спасибо тебе огромное. Спасибо. Не хватало малинового пиджака тебе, конечно. Двигаемся дальше. Как вас зовут? Ларисочка. Под центр не лучше выдевать. Они пусть вдвоем танцуют. Можно, говорит, мы вдвоем потанцуем, и не сегодня.
Ну что ж, давайте поддержим аплодисментами, друзья. Лариса, внимание, это музыка для тебя. Барбара Стрейсен. Эх, не хватает Альберта. Альберт, стесняйтесь, давайте, помогайте. Вы же, видимо, вам понравилось, Алиса. Я семью составил здесь. Да, я отправлю вильдомик. Ларисочка, спасибо, это бесподобно, это здорово, это прекрасно. Как вас зовут? Юленька. Юля, что за танец вы нам подготовили, интересно? Да, как называется ваш танец? Я такая-сякая. Ну, давайте, просим. Сейчас посмотрим. Как музыка для тебя. Он уже есть, он только очень маленький. Короночку давай. О, верните вам всем. Спасибо большое. Забегаемся дальше. Да, да. Ого! А что ж ты не делал это? А это оно случайно, ребята. Вызовите большое. Мы двигаемся дальше. Бродский у нас по счету. Как вас зовут? Лёш, танцпол твой. Порви его. Давай, Лёха. Опа. Этот человек отжигал в планете Красноярск в 2001 году. В гардеробе. Давай, Горецкий. Это танец, как бы говорит нам. Попробуйте только сунуться на мою территорию. Главное, чтобы не начал лететь. Лёш, спасибо тебе, мы поняли твой стиль, это танец альфа-самца. Мы двигаемся дальше. Как зовут тебя? Давай. Дима, танцпол твой. Давай, давайте поддержим Диму. Последняя участница нашего сегодняшнего финала. Замена. Она свою дочь отправляет. Ну что ж. Ага. Вот так вот. Как дочь зовут-то? Такое ощущение, что на танцпол подали электричество. Давай, Сопа, короночку. После удачного законопроекта. Когда каждый мечтает с тобой лова лова. Спасибо тебе, Леша, за потрясающие треки. Четыре участника у нас. Это Лариса, Альберт, Алексей Бродский и... Забыл, как зовут тебя? Димка, да, и Дмитрий. Подожди, аплодировали. Ну да, она входит же. Тоже взял финал? Ну, конечно. Ты очень тоже хуже. Юлька, у меня уже рука отвалилась. Держи. Итак, подожди. Эту камеру. Лёш, ты в финале. Оставь пакет. У него там кубок. Итак, а сейчас... Давайте ближе друг к другу, кто прошел, идите сюда. Вот наш финалист, друзья. И сейчас вот этим суперфиналистам придется повторить. Лёш. Повторить. Нет, давай разные. Сейчас мы будем включать музыкальный фрагмент. Что у вас за привычка? До добра не доведет. Смотрите, сейчас мы будем включать какой-то известный фрагмент песни, и нашим участникам нужно будет один в один повторить то, что сейчас мы услышим. Итак, начинаем с Альберта. Нужно пропеть. Замечательно. Ну, не знаю, как себе. Так, Ларис.
забыла слова? Она просто быстро носила на шпагат. Я люблю тебя, вот! Таких смелых признаний Владимиру Путину еще не было. Готова? Не готова? Давай, слушаем. Ты специально это хочешь? Ну, вы же так в саду кричите, когда вам кашу дают. Итак, слушаем. Подожди, это еще ничего не значит. Двигаемся дальше, я подхожу к Леше. Леша стоит на месте. Я, знаешь, я до сих пор представляю, что у Леши по шапке здесь прическа была такой шишечка. Нет, у него такая голова, это форма головы. А, да, да. Как у фараона. Итак, Леш, музыка специально для тебя. Ну, по твоему настроению. Фристайло! Я там вначале много букв. Фристайло! Да вы, блин, да! А это как называется костюм? Костюм инвалида, да. Костюм инвалида, понятно. Но ничего, до свадьбы заживет. Скажите, что нужно выпить, чтобы так орать. Ой-ой-ой-ой, лили ночь, гуляли всю ночь до утра. Эй-эй-эй, лили ночь, гуляли всю ночь до утра. Давайте, давайте танцуем, танцуют все. Ого, ого. 18+, пошли. Такое YouTube не пропустит. Не прекращается, не прекращается, адреналин. Не сели же! Карнолужник! А если карнолужник, почему не прыгали? А? Почему не прыгнули? Она на спине катается. Я уже прокатилась! Окей. А мы тоже в следующий раз. Может быть. Даже? Правильно? А? Да, точно. А вы почему не прыгали? В лужу, почему не прыгнули? Окей, подрастайте. Давайте детишку похлопаем. Это было круто. Подожди, Гоша, что-то говорить смешно. В стиле Бродского, давай. Да. Горнолыжник самый лучший. Горнолыжник – это класс. Вижу, все грибой летели. Было здорово у нас. Спасибо вам огромное. Было супер весело. Приходите еще. Горнолыжник 2019. А потом будем буквально ждать несколько минут на заделе. Ждем 2019.